Мы начинаем сейчас не самую безопасную операцию. Нам нужно спуститься в яму и взять пробы грунта. Вот. Есть подозрение, что вот этот вот грунт — это протекший фильтрат. Поскольку это протекший фильтрат, нам необходимо, чтобы его анализ был проведен в ближайшее время. Здесь жижи черного цвета не осталось, так как, по идее, полигон должен быть изолирован. С полигона Комус. Покажите его, пожалуйста. Вот он, полигон. Вот. Возле полигона Комус была взята проба грунта. Она пойдет в лабораторию для того, чтобы мы могли сделать объединенный анализ на состав вот этой гадости и на токсикологию. Вот. Если покажет, что этот грунт токсичен, то тогда, конечно, я считаю, что должно быть серьезное исследование и вопросы к данному полигону, почему они, превышая объемы, завозимые среднесуточные объемы отходов, не обезопасили окружающую природу, в частности поселок Чепурники. Вот. Дали защитный экран, и вот эта гадость попадает за пределы полигона. Вот мы стоим уже после всех работ, которые мы провели возле полигона Комус. Весь грунт заровняли. Страшно. Здесь следующее. Полигон Комус, он находится недалеко от поселка Чепурники. Вот вдалеке его должно быть видно. И этот поселок, часто жители этого поселка воду получают из скважин и колодцев. Вот. С одной стороны, есть проект полигона, который подразумевает наличие гидрозамка. Но, как мы видим, фильтрат просачивается за пределы полигона, а здесь под землей проходит большой водоносный слой, так называемый хазарский водоносный слой. Вот спецтехника управления отходами, видите? То есть КАМАЗы, 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 мультилифты везут сюда объемы отходов. Номер, госзнак, вот оно, управление отходами. Вот. Вон хорошо видно, кто мусор со всего города везет сюда.